Я таки Ива Канадат. Я хочу сказать несколько слов о Володе Козлове. Дело в том, что я знаю этого человека, не раз обращалась, и хочется отметить. Володя я знаю только с положительной стороны. Человек очень спокойный, очень уравновешенный и всегда откликается на чужую боль. Вот именно с такой вот стороны я его знаю. Мне очень нравится и импонирует его позиция. Позиция вот такого волевого человека, потому что я считаю, что не каждый сможет, наверное, на протяжении многих лет отстаивать свою точку зрения в государстве, которое не дает возможности защитить свои права. И не только свои, но еще и, ну, как бы хочется отметить его помощь, именно и его вклад вот в таком, наверное, народном вопросе, именно в отстаивании имущественных и конституционных прав, которые он оказывал и поддерживал, оказывал именно своей помощью для людей, которых он совершенно не знал. То есть мог обратиться любой человек, прийти и получить какую-то реальную помощь. Спасибо.